О, с Яном вот, играем, друзья, еще погнали, вперед. Так, ну это принципиально. 4, наверное, пойдет, Ян. Это еще, это будет сейчас еще один репорт. Три репорта подряд. Хотя мы с ним играли в пулю, он ходил там как-то что-то типа коня в 3c4. Другую схему. Так. Давайте изменим подготовку. Теория. Здравствуй, Матвей. Хорошего стрима. Такой вопрос. Когда-нибудь планируется матч с Джуспемом, и каково твое мнение на этот счет? Такой спасибо, Джуспем, дружище, могу приветствуем. С Джуспемом матч... Да особо не планировался, если честно. Пока что. Пока не планировали матч с Джуспемом. Так, я отошел. Да, но поставить. Спасибо за донат. А мнение насчет чего именно? Мнение насчет матча? Буду походу брать. Или насчет Джуспема? Ферзь d6, слон f4, ладья f4. Да, легче. Ферзь d6 не вроде смотрится легко, неплохо. Чуть-чуть не портануло. g3 он не может ходить, потому что тут висит. Слон f4, ладья f4. Да, он просто укрепляется, окей. Ну, e6 вот не очень хочется ходить, так, потому что перевести, да, какое-то давление на h3 сохранять приятно. Может, все равно конь e5 поставить. С другой стороны, как еще? Слон d7 он может уже где-то ферзь b3 играть. И может, там не очень приятно. Еще? Хотя, может, и не очень страшно это все. Давайте слон d7 попробуем, ладно. Ферзь b3, e6, думаю, пойду. Все равно придется, видимо, e6, а нет, вон так, тогда ладно, тогда можно и без e6. Просто если бы там висел конь d5 где-то, то e6 пришлось бы играть. dc8, конь c5, слон c8. Ну, давайте попробуем. Укрепились. Ладец 1, наверное, он пойдет e5, да, e5, типа de, конь e5, конь e5, слон. Такая структурка, похуже получилось. Но играть можно. Не должно быть ошибкой, так по весу. Может где-то ферзь f6 пойти, чтобы конь h3 грозило. Слон f4, ферзь f4. Потом пешка на d4 чуть-чуть прослабнет. С другой стороны, может уже где-то просто e6 пойти укрепиться. Чтоб сильно не париться. Правда, e6, тогда как раз g3 будет возможно в теории. Ферзь f6, побил-побил, ферзь b3. Там где-то на d4 тоже у него зависнет. Сюда e6, побил. Давайте попробуем. А там увидим. Хочу конь h3 сейчас пойти. Угрозу создал. Вдруг не заметит, вдруг зевнет. Так, он побил, ладно. Конь d3. Ян позиционно так выставляется. Приходится мне сваливать. И коня на e5 он потом поставит по-любому, поэтому... Может ферзь f6 или ферзь d6 все же. Не так удобно ферзем отходить, типа на ферзь всем конь нет, и на e5 я поставлю. Ферзь 6, конь e5. Ну, тут я как бы хуже не получил, уже надо радоваться. Де, да? Ой. Так, конечно, да. А, за победу так не борются. Попробую. Так, здесь... Так, да, так, он с вами доходит. Ну, с вами дошли на ерунда, там конь опять Де. В крайнем случае. Там пешка... Пешка Де у меня зависнет, конечно. Ферзь Е6, конь Ж5. Ладно, давайте побьем. Да, ферзь это так себе выглядит. Ход выдает. Я думаю, можешь пожертвовать эту пешку ферзь b6, ферзь d5, слон e6, как-то так выставится. К слову, еще не поздно это сделать. Но я смысла особого не вижу. Слон e5 я тоже ничего не успеваю. Высокая степень непонимания. Давайте просто эту пешку подкреплю пока. Ладья c3, я, может, кстати, не совсем выиграть, понял, но, ход, но честно, наверное, говоря, смысл есть в нем. Так, я обрадовался. Мне бы как-то подкрепиться. Вот ферзя на b6 хочу поставить. Он против. d4 не могу, здесь слон c4. Можно ферзь f5 попробовать. Почти ловит ферзя, да? Открыть дорогу слону. Почти типа не считается, да? Ну, такой дебютный вариант я избрал, конечно, где под давлением немножко находишься. Ферзя h5, там слон е2. Он хитрый, но, видимо, Ян-то все знает тут. Можно еще побить на... Надо с кем-то попроще играть такое. Можно, наверное, побить здесь. Надо было родную, французскую. Да, этого хода я опасался. Будем типа делать уже позиционно, играем. Ладно, оборона. Это ход.
Я не могу ни одного хода угадать. Но это как бы тот случай, когда это приятные сюрпризы. D4 не успел я пойти. Твей, дружище, что ж так медленно играешь-то? Твей, ускоряться пора. Времени мало. Так, пока пойдем. Время еще жмет. Слон его ферзя ловит следующим ходом. Слон f4 хочу. Ну ладно, ферзя заберем. Или ферзь g5 придется. А, не ловит ферзя. А мне показалось, что ловит. Обидно. Интересный ход Ян сделал тут. Побью. А, так. Блин, где время мое все? А я f4 не мог из-за ферзь e6. Какой-то хочется выигрыш найти, но я выигрыша пока не вижу. Е6, наверное, не очень умно. Заберу пешку. Так, скорее всего, пойдет. Так, какой-то к нему последовал нервный. Ой, на нулях сделал ход, нифига. Да, блин, без двух пешек, конечно, сложно. Позиция так себе. Ладья d8. Ну или так. Ладно, ладейник такой. Беспонтовый. Так, это значит, я поиграю, надо его просмаковать. Это значит, мы сейчас торопиться не будем никуда. Когда еще такой шанс? Все, друзья, где я тут сдаюсь. Молодец, Ян, хорошо тут играл, ничего не скажешь. Давайте глянем гейм-ревью. Ой-ой-ой-ой, дружище, что ж на владельнике-то, что ж не устоял. Так, ну с дебюта я знаю, что это похуже, но... Слон Е2, кстати, я у слона Е2 особо и не знал хода. Тут слон Ф5 оказывается. Слон Д7 нормально, тут нормально. Я время, конечно, полил. Вот тут, блин. Позиция, кстати, он даже пишет примерно равная, но у меня просто минут 30, у него 2.30. Медленно как-то катал. Ферзь f7 здесь, он говорит. Блин, ферзь f7 под темп прям. Не знаю, ладно, ладья 8 странный ход. Ну, может быть, да. Ладья c3 оказался странным ходом, как я и думал. Но тут ладья c7, блин, у меня уже полминуты, и я что-то тут уже было неприятно. Не вкуривал слон b2. Ладья b2 было очень неприятно. Все еще неприятно. Кстати, блин, у меня вообще тут отлично, смотрите, а, тактика была. Ну, у меня 6 секунд, ладно. Но тактика какая-то прикольная была. Ладья f2, ладья f2, ферзь e1. И типа ладью отъесть. Ну, был шанс. Так, у нас сторона 7-7 идет. Да, о, блин, он опять зевнул, а я опять не нанес. Ладья f2, ну это какой-то неподъемный ход, конечно, ладья f2. Потому что тут ферзь e6. Надо считать еще... Но там я сам, конечно, матом грожу, но это очень сложно. Блин, с 6 секундами надо было бы найти. Я говорил, что ферзь 6 ход, который выдает непонимание. Ну, блин, там я не особо понимал, куда мне еще ходить, потому что... Ферзь b6, да, но, блин, ферзь b6 ну, пешка висит. Я думал ее пожертвовать так. Олег так меня порадовал. Но что-то такая партия прямо сочнейшая. Не пошел сюда.
Хотя надо было, да. Времени уже мало было. Прям, минута, я что-то тут дергался. Но была тактика какая-то, на самом деле. Я рановато тут... рановато психологически уже сдался. Думал, что шансов у меня тут не будет. Но, в принципе, дальше уже и не было шансов. Ну, владение кидаю. Ну, ладно. 5 из 7. Идем, друзья, вперед. Один тур еще до перерыва. Тащим. Сорона 7 из 7, кстати, красава.